Еще одно гнездовье. Нужно сжечь всю эту пыль. Один трофей. Нужно сжечь оставшиеся гнезда. Пригодится. Это мне нужно. Да. Thank you.
или топливо. То, что надо. Порядок. Чую гнездо. Оно где-то здесь. Пикнуть не успеют. Как тебе? Ха!
трофеи. Можно что-нибудь не пропадать же мясу. Тут еще одно гнездо. Сейчас мы его. Что тут у нас?
Есть. Лезь уже! Дик, это Такер. Заезжай, для тебя дело есть. Такер, привет. Ладно, постараюсь. Конец связи. Дикон Сен-Джон, это Такер. Просто хотел сказать, что Hot Springs ценит твою помощь. Жизнь никогда больше не будет прежней, но ты делаешь ее чуточку легче для очень многих. Дикон Сен-Джон, это Ада Такер. Элкай просил передать, что лагерь благодарен тебе за помощь. Для нас это сейчас очень важно. Сен-Джон, это Такер, прием. Ты слышишь?
Я говорила на днях с Илкаем и с другими людьми. Я знаю, что ты помогаешь лагерю. Просто хотела сказать спасибо. Дикон Сен-Джон, это Такер. Я тебя уже спрашивала, куда подевался Бухарь? Где эта сладкая мордашка? У него все нормально? Дикон на связи. Нормально все. Я же говорил, он занят. Наверняка пошел на вылазку для этого козла Марка Коупленда. Похоже, я ему не особо нравлюсь. Бухарю, в смысле. Знаешь что? Я ему не нянька. Конец связи. Гнездо где-то рядом. Я уже чую вонь. Еще. Сколько же должно пройти лет, прежде чем это разрушится? Лагерь беженцев. Уж лучше бы вы, ребята, остались в Одище. Ни черта они не смогли для вас сделать.
Нужно. То, что надо.
Порядок. Долбаные фрики, не здесь. Ясно вам? Можете кормиться где угодно, но только не здесь. Этот лагерь мой. Это не ваше. Усекли? А то-то. Хватит с вас. Проваливайте из моего лагеря. Thank you.
сколько же вас тут сволочей, а? Остался еще кто? Сколько? Тревога! Тревога! Говорит лагерь 13 Дельта! У нас вторжение! Вторжение! Скажи им! Я пытаюсь! Нас заберут! Срочно! Заткнись! Заткнись! Я пытаюсь! Повторяю, это лагерь 13 Дельта! Мы не справляемся, как поняли? Дай сюда! Что ты делаешь? Я сказала, дай сюда рацию! Это последний. Привет, милая. Да, я с ними разделался. Больше они тебя не потревожат. Привет, это снова я. Надо идти. Дик, я должна тебе сказать. Эй, да просто рука, ничего страшного. Ты говорил, нельзя возвращаться, но я не послушала. Я знала, что становится хуже, но я... Ну да, кто же мог знать, что все так быстро? Нет, ты не понял. Я не знаю, как я буду жить, если потеряю тебя. Это я виновата. Эй, никто никого не теряет. Я же обещал, помнишь? Дикон, стой! Идем скорее. Тут ребенок. Ну? Эй! Эй, что с тобой? Не бойся, мы найдем твоих родителей. Сара, надо идти. Вставай. Она меня ножом. О, нет. А, что, сильно? Я не знаю, наверное, не очень. Так вот, прижми это как можно крепче. Бежать можешь? Бежать нет, но идти могу. Ну, уже неплохо. Мы почти на месте. Ладно. Тут же было полно федералов. Да, наверное, эвакуировались. Да-да, конечно, удрали. У нее жар. Нож, похоже, задел почку. Рана загноилась. Как дела, сестренка?
Как глупо это все. Ребенок это... Был маленький ребенок. С большим ножом. Эй, помоги мне. Давай. Давай. Там дома. Надо скорее отсюда валить. Нам нужно на крышу. Посигналь какому-нибудь вертолету. Отдохнешь и станет лучше. Эй, тихо, тихо. Она ведь была прямо, как моя сестренка. Когда мы играли в прятки, она всегда накрывала голову одеждой и думала, что ее... Меня, конечно, тоже пыряли, но не так. У нее жар. Господи, ты глянь. Надо уходить. Туда мы не пойдем. Так. Идем. Ладно, сможешь встать? Сейчас. Ну, Бухарь, я помогу, поведи нас отсюда. Черт. Вы убили! Вы убили мою жену! Тихо, тихо, стойте, стойте. Что делать? Так, короче, ты отвлекаешь. Я попробую зайти сзади. Ладно. Ничего, ничего, давай. Иди давай. Пошел ты! Сэр? Эй, я безоружен! Я безоружен! Уходи! Нет, послушайте меня! У меня там жена, она ранена. Мы хотим пройти на крышу. Пошли вон отсюда! Ждет вертолет. Вы убили! Слушайте! Вы убили сейчас... мою жену! Мы ни при чем. Слушайте, я ничего не знаю про вашу жену. Я соболезную. Вы ни при чем! Вы ни при чем! Я сказал! Убили мою жену! Отпусти! Мою жену! Боже! Убили ее! Хватит! Убили ее! Хватит! Хватит! Стойте, она ранена. Что с ней? Она не... Короче, она не как эти. Ножом прыгает. Я больше не подниму. Ладно, слушай, О'Брайен. Если ее не доставить в больницу, она умрет. Но больниц больше нет. Ой, да ладно, как это нет? У вас же врачи, приемные, мобильный госпиталь. Да я только что окончил колледж. Я волонтер, меня тут и быть не должно. О'Брайен? Ладно, черт. У меня место еще только на двоих. Как это на двоих? У нас перегруз, ясно? Я могу взять двоих. Ну ладно. Давай, помоги мне. Ну ладно. Потерпи. Ты поправишься. Я держу. Эй, я вернусь за тобой. Так, Бухарь. Пошли, нам надо вертолёт. Стой. Нам надо вертолёт. Я его слышал. У него-то место на двоих. Иди. Будь с ней. Я справлюсь. С нами ведь и похуже бывало. Так. Да уж, бывало. Куда вы летите? Что? Куда летите? Лагерь беженцев на запад от трехпалого Джека. Послушай, Бухарь без меня точно пропадет. Потом вернешь. Ты с нами? Нет. Джек!
Ты спи спокойно, ладно? Я тебя скоро навещу. Я знаю, ты бы этого не хотела, но... Наверное, Бухарь прав. Я не могу себя перебороть. Ну, в общем, я еще вернусь. Бухарь! Еще один вертолет Неро! Какого черта они тут делают? Дик, у тебя рация включена? Скучно было. Я подумал, смастерю-ка что-нибудь. Заскочи как сможешь. Тебе понравится. Бухарь, спасибо. Да, я заеду попозже. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Сегодня я думал, с чего все началось. А началось даже со Второй мировой. В 47-м федералы приняли этот, как они его назвали, закон о национальной безопасности. А этим бессовестным законом они нагло присвоили себе право в любой момент взять под свой контроль железные дороги, автодороги, радио, да все, что им будет угодно. Теперь... Федералов нет, а мы все еще здесь. Несем миру свет правды. Правда в том, что я все знал. Уже много лет назад были фото лагерей смерти Неро, которые строили для нас, граждан Америки. Мне не верили. Если бы хоть кто-то возмутился, ничего этого не было бы. И знаете что? Это не повторится. С вами Марк Копланд, это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Ну, в одном ты был прав, Кром.
стеклом. Бродяг, вот эти козлы и устраивают тут повсюду засады.